Это Юлин брат в Инстаграме. А это где ж, а, не, а где я? Как это посмотреть? Сейчас, сейчас. Потом плавала мохито и лайм по всему этому. Сторис. Брат в шоке, Юли, наверное, был. Это на шесте. Разлив пиво, бутылку, глянь, перевернулся. И побег в джакузи сразу. В джакузи, знаешь, от проблем спрятался. И ноги раздвинуть надо, это же закон. Ой, блин. Ой, капец. Вчера так хорошо отдохнули. Коля пришел. Коля так глянул. С опаской. Чего? Что там? А, мені знаєш, що написала это? Мене не люблять, тебе на каналі. Ой, а в мене тебе, тебе в мене не люблять. Мене в тебе не люблять. Чуєш, це саме? Так одні ті самі зрителі, знаєш, тебе в мене не люблять, мене в тебе. Ой, я случайно скажу, ти знаєш, так мені вчора було неприємно. А це ж мені жінка, моя родственниця, написала посилку. І понаписували, що я врун, що я уподобаюсь тобі, що ту посилку мама. Нічого себе, я врун. І мені знаєш, як це неприємно. Так, подожди, зараз мені буде неприємно, де я врун. Знаєш, що неприємно, тому що чоловік оце дивиться, що посилку вислав, знаєш, а люди пишуть, що це мама вислала. Це не мама вислала, ну покажи там, з якої це сторони. І там одна пише, що ти нас за дебіла вдержиш, ну... Ну как так можно? Вы еще даже не досмотрели вторую часть. Вот есть вторая часть, что я еще не распечатал посылку, да? Я думаю, уже чешу, чи ценники вам показать, или взять бирки, показать, где написано вообще не на итальянском языке. Как мама может выслать посылку такую? Ну, не так неприятно. Нет, я знаю, кто это выслал, я знаю, что это не мама точно, поэтому нехай не придумают. Я подписываюсь под... Ну, если я брехун, то, конечно, мое слово никому не это самое не... Друга мне написала это в Инстаграме. Вчера выложил фотографию с матки. Тарелку с салатом. Написал, что ну его нафиг эту диету, хочу жрать. Написала. Не уподобайся этому Самвелу. Надо есть и кушать аккуратно. Та ёп! Я, у меня уже слов нема, ну ты понимаешь? А при чем тут при я? При чем тут ты до салата, я не понимаю. Что? Я что это? Если бы я сидел, знаешь, жрал вот так вот этот салат, прямо так листья... То чтоб ты тогда уподобался мне? Да, иди ты нахер, я так не ем. А я обычно снял тарелку с салатом. К чему этот... А к чему, если бы ты вот так ел? К чему? Вот это ж к тому. Не, ну это я согласен, что если бы я так ел, то это был ты. Я так ем? Что ты врешь? От к чому, от як ти оце мелиш, так тобі зрителі мелять. Ні, от ти тільки що намалов, що якщо б я їв отак, то да-да. Ну так а що? Ізвини, я так їм. Ні, ну так ізвини, ну так ну, ти так, їш. Ну так, подожди, я так їм? Їж, да, ні, коли я так їм? От ти брешеш зараз сидиш, ти брехун, правильно тобі чи зрителі написали. Чи що ти діяв вчора в сауні? Що я діяв? Да, перевернув мохіто, вся джакузі, все в мохіто плавало, пиво. Ну і що, у мене життя одна, я веселюсь. Я буду сидеть, как целка македонская там в сауне. Уподобайся, будешь, как эта Лидка. Ну и прекрасно. Валяться там. Буду, поеду, буду с ней валяться. А мне написала, знаешь что? Я отметила, зайчик, зайчик, красотунчик. Красотунчик, каже Самвел, продавай квартиру, уезжай. А куда уезжать? Мені ветеринар сказав, тебе нельзя стресовать, потому что переезд – это стресс. А ты привык тут, який уезжать? Не, зайчик, я для тебя тут живу. Я с тобой, это твой домик. Як я могу уехать отсюда? Ну, нельзя. Тебе, зайчика, стресс будет. Я тебя бережу. Хитрого. Ай, хитрый. Орняв. Ай. Голодающий, дивиться, кот лежит. Интересно, что же я брешу? Я сегодня снял видео, я ходил уже квартиру дивиться риэлтором. Короче, я сказал, что как я продавал мамину квартиру, а я, кажется, ты продавал ну, в Мелитополе, если эта квартира была не ваша. Извините, по документам она была мамина. А у меня была доверенность, я поэтому, естественно, я продавал. Не отчитывайся ни по документам, ни по чем, потому что люди вот такие.
покажи им зеленый, они тебе скажут, что это фиолетовый. И пришел. Дело выйдет. Ага, исправься, да будь. Короче, мне написала... Подожди, слышишь, Коля? Коля! Мне написала это Галя Клеопатра. Ну, отметила в Инстаграме, она там снимала видео. Говорит, что... Тебе сказала, что дорогу показали? Да, говорит, что Самвел показал. Ну, вот я считаю, что мы помогли чем-то, поддержали морально. И как-то так, мне кажется, что кафешка их не пойдет. Вот видишь, всегда приятно, когда люди что-то делают и стараются. И я за Галю очень рад, что она открыла, что она там что-то делает. И она довольна, по-моему, так что... Дай бог. Заходите в гости, поддерживайте девчонок там. Зайчик, мой любимый, куда ж я отсюда поеду? Это твоя квартирка, ты сюда пришел. Ты сюда пришел, ты не в другую квартиру шел. Ты сюда под дверки маленький пришел 6 год назад, зайчик. Як я тепер отсюда выйду, як ты тут живешь? Ну як? Ніяк, ні. Такий огненний кот до мене прийшов. Я його брошу, прийду в другу квартирку. Він цю вибрав. Це його. Да? Да. Ор. Сладкий такий. Такий сладкий. Такий же класний. Такий же класний. Ай. Ай-яй-яй. Ой. Ой. Кагатки чеша, гляньте, чеша кагатки. Ой. Ай, дядя. Ай, мій красивий. Ой, такий красивий. Такий любимий. Ар. Ар. Ай, який... А мне сегодня сон такой интересный приснился. Так, так, так. Не-не-не. Двица, двица. Двица, что делаешь? Что ты делаешь? Хода, хода, хода. Дело выйдется. Хода. Ах, ты змеёныш. Ну, на. Нет? По жопе. По жопе. По жопе! По жопе! Нет! Ленте, 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 наркоман, наркоман! Наркоман бежит! Скотина! Скотина, скотина! По жопе, по жопе, по жопе! По жопе, по жопе! Под камеру, под камеру! Ах, возмущается, как дивиться! Ах, возмущается! Ах, ты ж крик! Ах, ты ж крик! Ах, ты ж крик! А? Мрняв? Мяв? Ленте, ленте, на, кусайся, на. На, ему надо быть верхним всегда, он должен победить. Тогда он успокаивается, все. Разбалованный кот. Разбалованный кот, правда, люди казали. Нога тебя не трогала. Нет. Дивіться, це вони не люблять руку. Ай, мій зайчик. Мій зайчик. Мій зайчик. Мяу! 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 Ррр! Ну чого ти? Ну чого ти такий звір? От вже забученка. В общем, мені приснився сон. Сидит вроде мама моя, твой отец. Вот такая длинная лавка. Ты дивись в камеру, чтобы было видно, что я делаю. Вот такая длинная лавка, ну метра 4. Вот с одной стороны сидит мать моя, с другой стороны твой отец. И вроде, знаешь, как будто бы что-то такое происходит, что мне надо мать казнить. Вот там вроде как они сидят, и отец, и мать вроде как на казнь. Я казнить. Но вот казнить надо. И там как будто такие, знаешь, какая-то палочка, ты эту палочку дергаешь. Там один камушек, второй, третий. И вот камушек как-то падает, толкает второй, толкает третий, и после этого должна лететь гильотина. И как-то вроде я так во сне нормально, ну казнить-то казнить. А потом подходит время, типа мать казнить. И вот я говорю, да вы что, гоните, я буду собственную, ну сын будет казнить свою собственную мать, что это за бред? Я говорю, я не буду этим заниматься. Нет, я говорю, потом говорю, вообще, что за бред, какая казнь? Я говорю, что это за... Мама, вставай, я говорю, какая нахер казнь, никакой казни тут не будет. Это самое. И вот отец сидит. И вроде как отец, а потом следующая мать. И вот отцу подходит девка какая-то твоему отцу. Отец твой сидит, смотрю, глаза закрыл вот так. Короче,
И она дергает как палочку эту, и это камушек тык-тык-тык упал, а гильотина не летит. Ну только как, знаешь, как вот, как, ну, как холостой выстрел. Потом опять, она дергает второй раз эту палочку. Опять камушек тык-тык-тык, сбил второй, третий, и гильотина не летит. Я говорю, так, Андрей, вставайте, я говорю, все. Я говорю, казнь, значит, была, значит, казнь не сложилась. Все, казнь была, вот вы сделали казнь, вы дернули. Ваша задача была дернуть. Вы дернули, до свидания. Вы дернули даже два раза. До свидания, вставайте, выходите. И все, я их забрал, и на якой казни. Такой сон приснился. А Юле приснился сон, что вроде мама говорит, твоя не жалко, что-то ей плохо, и она рыгала. Типа, и тазик дала, она рыгала, рыгала. Ну, ты не очень хорошо. Нет, а мне кажется, это к дороге. Да. Мне кажется, это к дороге. Нет, ничего там плохого не было. Что так рыгает, это к дороге. Ну, хай люди напишут, может, кто-то понимает. Но мой сон вот такой, что вроде как казнить, и потом я забрал, и никакой казни. А мы не знаешь, какой сон снился? Значит, скала такая огромная, вот там, где мы были, на карьере вот этом, Ирочка. Да? Я таки стою, смотрю на озеро, вот, где-то так 4 часа было. И ты такий подходиш ззаду і отак толкаєш мене отак рукою в воду. І такий ха-ха-ха-ха-ха. Ось такий. Це Коля один сон сниться вже 2 роки, да? В ответ на там некоторых, которые... В ответ на некоторых, що я тут сам себе письма пишу. Та я не тобі, шокаєш. Пожалуйста. Санкт-Петербург. Понтонний до востребованности. Це я сам собі написав, да? Письмо. Скажите, пожалуйста. Ты сам себе письмо отправил, да? Вот. Это мое письмо? Интересно. Пишу, что сам себе для контента письмо придумай. Женщина б набирала. Якась женщина б набирала. Вот набирала. Вот письмо твоей женщины. Вот. Вот. Адрес уже показал. Там до востребования. Там точного адреса нет. Вот. Вот, пожалуйста. Шо? Что еще? Что вам еще показать? То написал один там, что ой, типа сам себе находя болячки, сам себе и маме, и Томасу, сам лечит. Конечно, да, сам маме нашел, сам анализы маме, сам маме биопсию делал, сам себе операцию сделал, на дыр, порезав себе, поколов просто так, шрамы сделав. И маме тоже самое придумал. Все сам придумаю. И это тоже. Идиоты. В общем, ребята, очень хорошие новости у меня, так сказать. Написала мне, кстати, недавно, вот буквально 2 дня назад спрашивали, где эта зрительница, которая должна была родить сына, вот та, которую я мужу там, ну, советовал, как с мужами исходиться, как там себя вести. Вот она мне сегодня написала: «Привет, дорогой Самвел, это случилось. Сегодня в 6:50 я стала мамой. Родился самый прекрасный мальчик на свете, после меня. Фамилия Самвел и отчество». Ну, нормально, кстати, очень хорошо звучит. «С уважением и благодарностью тебе, мама. П.С. Ждем мусликов для нашего круга. Я поздравляю, молодцы. Там еще как, богатырь, 4 килограмма. Представляете, 4 килограмма. Теперь у меня есть свой Самвелка. 9 месяцев, спасибо. Ждем, я мусликов записал тут голосовое». Я и отправил, успел. Так что все, я тебя поздравляю. Я думаю, что зрители тоже присоединяются. Но что самое интересное, муж даже не знает, что там, что в Ютубе, как она писала, там спрашивала, как себя вести. Это вот кто не знает, была зрительница, но вот она есть, что она рассталась с мужем, по-моему, 2 года они не жили вместе, прожили несколько лет и разошлись. А потом она спрашивала, вот, говорит, что мне делать, стоит, вот он зовет на встречу или там что-то. Ну, я уже не помню подробностей, честно, если сам. И вот я говорил, иди, делай так, делай так, делай так. Она писала несколько трансляций подряд. Потом говорила, что вот он там предлагает то. Я говорю, теперь соглашайся. Теперь, ну, так. Как-то так. И вот получилось, что она с ним заново сошлась. И очень счастливо живут. И вот у них родился сын. И она в честь этого назвала Самвела. Муж согласился. А муж даже не знает, что вот, вот это вот такая, как бы такой под айсбергом есть еще вот это вот дно. Поэтому... Что там закончилось, да? Нет? Не уже квакнул. Так что я вас поздравляю, слава Богу, мне очень приятно. Видите, какие хорошие плоды получаются. Так что счастья вам. Ой. На развали мне кухню. Всем здравствуйте, привет. Сейчас Юля будет пробовать мой пирог. И скажи честно, угу. Вкусно или невкусно? Да, я маленький кусочек пробую.
Мы вас ждем на ужин. Давайте, давайте. Ну так он сочный вот по виду, да? Ну не сухой, да. Очень вкусный. Мне нравится? Да. А что ты сказал вчера, что невкусный? Ну так я не знаю, что невкусный. Я не сказал невкусный. Такой. Он такой сочный. А чернослив чувствуется? Попал вот сладкий? Угу. Вот классно, когда чернослив с капустой. Я не знаю, чего ты говорил, что он невкусный. Да нет, я не говорил так. То ты говорил. Разве? Что такое? Так, таке получилось. Что ну так получилось, я так. Нет, это было. Вкусный? Угу. Ну слава богу. Молодец. Голодающий исти просто. Морковочка вот, тут, да? Да, там морковка, лук, помидоры и чернослив и капуста. Вообще класс. Ой, ну, на. Вот я тебе... И яйцо, и заливка. Ага, ну, видно, что яичная заливка. Да, яйцо, молоко, яйцо, да. Ага, и майонезик вот чуть-чуть. Да. Вообще такой сочный. И просто делается. Да. На лаваш. Сперва тушишь капусту, то все. И на лаваш завернула, разрезала кусками. Mm-hmm. Положила, как перевернула его. Это где-то рецепт взял? Это в интернете. Видишь, вот Света, молодец, спасибо, да, Света, вкусно, что выслала, всем вот этим пользуюсь. Контейнера вот эти мне нравятся очень для Томаса. Так, я бананчик. Бери виноград туда. Это, кстати, снедогарок. Снедогарок, кстати, виноград. Тут бери сверху виноград. Я дымку взяла. Там Надя помидоры давала. Знаете, вот такие вот. Дагарские, да. Ты кушаешь? Да ну как, я ем, да, я не голодаю. Виноград очень вкусный, кстати. Хороший. Как называется этот сорт виноград? Это кардинал. Черный? Черный кардинал. Есть такое вино, черный кардинал. Это из него делать. Ну да. Все. Уходим. Сегодня вообще так сколько новостей хороших. Я картину повесил вот эту сюда. Это Юлина любимая картина, хай она тут висит. Что это за название видео? Из самых загадочных трупов, убрит какой-то. Вот это Мила мне рамку сделала, я сюда одел. А что ты? Хотел мне подойти. А, картина, ну подходит что-то. Или так нравится. Ну, конечно, она вблизи на мне смотрится. Мне вот как-то она как магнетизмом каким-то обладает, знаешь, не пустой портрет. Ну, я не знаю, почему так. Ну, что-то в ней есть. Что-то да. В ней есть. Какой-то глубокий он. Взгляд глубокий, не пустой. Кадык вот этот. Это трансвестит. Скорее всего. Может, просто так нарисовано как. Так, все, идем. В инстаграме у Юли есть рецепт ее печеночного торта такого шикарного. Ой, тарелка. Ой, красивый, с морковкой сверху. Ну, режь, посмотрим. О, вообще. Ну, в разрезе должен быть красивый. Я вот не люблю, знаешь, есть... Я, мне нравится, когда тоненькие. Я сделаю блинчики, их много. А, когда чем толстый корж? А мне не нравится, когда вот 3 или 4 блина вот таких толстых. Оно как ешь, как печенку. Ну, а ты морковку, лук, прослойки делала или не делаешь? Ну, конечно. Такой? А я каждый никогда не делаю. Каждый блинчик, прослойка. Спасибо. Да я уже этим ходил. Это ж для... Это Юли не огурцы. Тоже рецепт в инстаграме у Юли. Подписываемся активно. А много мяса надо, много жарить? Ну вот, Андрей, вот эта тарелка. Вот. Ну, шампура тут, наверное, 4. А, то хватит. Хватит. Давай, ну, какие красивые, давай. О, тарелочку. О, какие тебе, блин, сколько слоев. Угу. А ну, покажи. Угу. Ну, он не пробовался, конечно. А, ну, я сейчас мы пробу снимем. Сейчас снимаю, я там включай, чтобы не музыка не страшна. Куриная, да, печенка? Да. Коля, 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 я тебе сейчас вот режу еще. Это так на пробу, может не понравится. Какие блинчики. Ну и даже если вкусные. Если не вкусные, я так по одному отрезала.
О, чого ви не заматуєтеся в пледи? Заматуєтеся, дивіться, хорошо. І пледи красиві. О, да. Тату, бери. Юля, чого ти не береш плед? Це плед спеціально пропитаний від комарів.